Межрайонная инспекция подвела предварительные итоги года. Самый любопытный тренд – значительный рост сборов с доходов физических лиц в муниципалитетах. В прошлом году они составили 4 миллиарда рублей. В этом ожидается более 6 миллиардов. Доходы людей выросли почти в половину. В целом традиционный НДФЛ и земельный налог составляют 2/3 доходов казны муниципалитетов. Доходными источниками, формирующие бюджеты муниципальных образований, являются НДФЛ – 45,7% от общей суммы доходов и земельный налог – 22,3% от общей суммы доходов. Доходов было бы еще больше, если бы люди платили вовремя. Налоговики в этом году выставили почти 100 тысяч требований на почти 3 миллиарда 800 миллионов рублей. По опыту можно сказать, что в ближайшем году 60% этих требований так или иначе будут удовлетворены. Таким образом, несвоевременное исполнение конституционной обязанности по уплате имущественных налогов физических лиц влечет негативные последствия в виде репутационных потерь перед работодателем, банком, визит судебных приставов и дополнительных финансовых расходов. Налоговая служба в последние годы сильно упростила способы узнать о своих долгах перед государством. Фактически достаточно сделать запрос на своей странице в госуслугах или на сайте налог.ру. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».